Открытый телеканал представляет. Конфуций сказал: люди живут так, как будто никогда не умрут, а когда умирают, понимают, что никогда и не жили. Вопрос такой: все-таки как научиться жить, чтобы, умирая, ты ни о чем не жалел? Уходя, чтобы ты ни о чем не жалел. Я думаю, это заключается в том, чтобы человек стремился к тому, чтобы умереть. То есть я живу... Я живу, как я считаю, что надо жить, в моих ограниченных возможностях. А придет час умереть, да? А придет час умереть, я не буду ни о чем сожалеть. И вот эта формула, чтобы существовала. Но я вкладываюсь вот в каждый день, в каждую минуту свою, да, чтобы жить. Да. Что вы жизнью называете, когда говорите? Жизнью я называю соединение человека с мыслью Творца. Я же не знаю мысли Творца. Вот как я? То, что Творец желает, чтобы мы познали, постигли, я это пытаюсь узнать и воплотить. То есть жизнь – это вот это узнать это, да? Да. Все время узнать это. И здесь по этому пути есть у нас всякие падения, подъемы, все это. И это только помогает нам, чтобы объединиться, постичь глубину мудрости Творца. А можете сказать, вот главная мысль Творца какая? Главная. Главная мысль Творца, чтобы человек захотел объединиться со всеми людьми, со всей природой в одно единое целое, и внутри всего этого раскрыть Творца. Ну вот если у человека есть ощущение, и он живет с этим ощущением, что он может быть бессмертным, это хорошо или плохо? Все-таки. Я представляю себе, что значит быть бессмертным, но я представляю себе в то же время, как можно мучиться, если Творец не позволит выйти из той ограниченности разума, задач, которые проносятся постоянно, циркулируют в уме и сердце человека. Поэтому будем надеяться, что у нас еще впереди этот выбор. –